Добрый день. Ну что, продолжаем обустраивать нашу уютную рощу. И помогать милым призракам. День второй. Попробуйте кинуть скачущий камень в моллюсков в воде. Вот надо еще увидеть моллюсков в воде. Ого, мне картошка нужна была. Нет? Добрый день. Шарлотта Пайн, как дела? О, скаут, снова ты здесь. Слушай, тут твои зоркие глаза вовсе не главный козырь. Выжить в призрачном лесу тебе поможет только терпение. Итак, сегодня я слушаю синиц. Раньше в этом скворечнике жила одна синичка, но ее хвить-хвить уже давно не слышно. Может, если тебе хватит терпения, ты найдешь этому скворечнику новый дом? А? Оп. Надо будет его куда-то повесить. Мешок. Что ты про картошку говоришь? Дай, может, тебе картошку? У нас же есть картошка. У нас нет картошки. Жаль. Зато, кстати, у нас довольно много светильников, и мы можем их расставить на границах, так как мы теперь знаем, что светильники освещают область. Что очень хорошо. Ой. А что это у тебя все серенькое? А, Джереми Хмурфель. Я могу тебе чем-нибудь помочь? О, ну что, мини-мастер? Удалось воспользоваться верстаком, который я тебе одолжил? Да, он пришелся очень кстати. Рад это слышать. Разумеется, чтобы мастерить разные вещи, понадобится целая куча материалов. Так что дам тебе еще один инструмент. Для твоего возраста он немного сложноват. Тут нужно поработать с металлом. Найди немного железной руды и твердой древесины. И начнем. Мы, кстати, почти нашли. Нам что надо еще? Железный слиток. Надо скормить огоньку руду. А что это у тебя все серенькое? Что это ты не светишься? А ну светись. Так, и будем мы никуда не идем. Давай сейчас это выясним. Ну-ка еще раз.
Тебе. О, как ты копаешь. Не в обиду, Джереми. Но лопату он тебе дал какую-то хлипкую. Силы стихии никогда не были его коньком. Он не знает, как усилить инструмент с помощью духа. Что? Усилить инструмент с помощью духа? Не смущайся. Многие скауты никогда такому не учились. К счастью, я в этом разбираюсь. Вот тебе список ингредиентов. Принеси мне все это, и я тебе такую лопату сделаю. Нужник за пару секунд выкопаешь. Но можешь не торопиться. У меня тут еще целый чайник чая. Так, а где прошлое задание? Ладно, пошли снова к тебе. Давайте постараемся не вылетать. Так. Да, нам удалось воспользоваться. Да, с металлом. Металл поищем. О. Целых 100 старых монет. Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? А, привет, дружище. А я как раз о тебе думала. Одна из моих любимых деревьев пропала. Что? Пропала? Как дерево может пропасть? Ну, бедняга постоянно пропадает. Это особое дерево. Маленькое, квадратное, без корней, с множеством белых листьев внутри. Если встретишь такое дерево, отправь его ко мне. Маленькое квадратное дерево без корней с белыми листьями внутри. Это, наверное, книга какая-нибудь. Так, эти ребята. Дима, кушать хотят. Здрасте. Могу ли я тебе помочь? О, привет, курьер. Прекрасный день, как и всегда. Сегодня у меня для тебя нестандартное поручение. Офи вчера взяла на прогулку мои наушники и не вернула. Можешь их забрать? Ну, конечно, могу. Посмотри рядом с термитником. Вероятно, в куче травы. Окей. Посмотрим где-нибудь рядом с термитником. Ага, вон там. Штука, куда, видимо, надо бросать эти камни. В прошлый раз их не было. Так, для лопаты нам нужна обугленная рыбья кость. И у нас так будет нормальная лопата, а не вот это вот все. Так, камень. 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 Нужна руда. Мелкая железная руда есть. Отлично. Так, может еще к моряку сходим? Возьмем у него задание. Добрый день. Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? А ты в курсе, салага, что призраки тоже едят? О, да. Аппетит у меня просто зверский. Не то что при жизни. Кряк. Ну так потрясающе. Спасибо на добром славе. Так вот у меня... Такой вот у меня оригинальный способ просить об одолжении. Жуть как охота съесть комплексный обед. Чтобы рыба на закуску, рыба на второе и, конечно, на десерт тоже рыба. Жаль, не всякая рыба сгодится. Я теперь жутко разбарчив. Мне нужны рыбешки не хуже необычных. Ты же в курсе? Как редкость рыбы проверяется? Нет. А, не боись. Это проще простого. Просто щелкни по рыбе в рюкзаке. А теперь ступай и налови мне еды. Шагом марш! О, уже, а у нас есть. Так, слышь ты. Смотри. Вот, у нас есть 3 длиннорыльные мальвы. Лови. А, и еще. Комплексный обед. Глоть. Глоть, глоть.
А тебе никогда не хотелось поймать клювом редкую рыбешку и заглотить? Спасибо тебе от моего внутреннего пернатого. Теперь я доволен. Призрачное дерево. Повысили отношения, так он вроде стал нормальным. О, так оно и должно быть. Все должно быть раскрашено. Так, ты термитник же? Нет, ты не термитник. Вот тут, на всякий случай. Поищем всякие наушники. Так, ему еще что-то еще нужно, да? Ой. Я вот что хочу сказать. А, никогда не поздно заняться скраббукингом. Так мне сказал продавец альбома для скраббукинга. Ну да. Продавцы они такие. Потянем, потянем. О, такого мы не ловили. Да это же желтощек. Ей, у нас есть желтощек. Кто у нас тут еще есть? А, тебя мы видели. Длиннорылая мольва. Или мольва. Тут уж сразу не разберешь. Так, что нам надо? Кучу костей. Для этого вам понадобится куча рыбы. Правильно? О, вот она. Ваше дерево. Давайте подобрать. Это для Франчески Дипло. Нашли. Замечательно. Что у нас? Надо еще почту будет проверить. Но чуть потом. А пока... Надо, наверное, зажечь рыбу. Так, я хочу кое-что сжечь. Хочу сжечь... Это что? Мелкая железная руда. Давайте железную руду сожжем. Так, сгорит мелкая железная руда. Получим 3 железных свитка. Годится? А, звучит отлично. Вот, пожалуйста. Хороший ты огонек, даже руду плавить умеешь. 3. Так, нам нужен был один железный свиток. Отлично. И кучу рыбных костей обглоданных. Так, я хочу кое-что сжечь. И сжечь я хочу тебя. Тебя. И тебя, наверное. Тебя бы я, наверное, все-таки задал. На опыты. Так, у нас, кстати, место заканчивается. Поэтому надо будет на опыты все-таки сдать. Всякое. Да. Да. Кучу рыбьих костей. 6. Этого пока немножко не хватает, надо еще 2. Можно было, конечно, сейчас зажечь сразу ту рыбу, которая у нас есть, но давайте лучше ее в альбом добавим. Вместе с тобой. Тебя вроде у нас не было. Капитан Билл Ватердюк, я хочу кое-что добавить в коллекцию. Желтощек, он точно не было. Да, давай добавим. Отлично. И за него нам дают 3000 старых монет и 15 камней кварца. Замечательно. А я еще кое-что хочу добавить в коллекцию. Вот смотри, мухомор. Расставив по кругу, можно приманить фей и бесов. Ого. Ладно, я пока первый мухомор сдам. И за это мы получим немножко кварца. Вот такой уж необычный. Что у нас еще есть? Во, пестрая улитка. Полторы тысячи старых монет и 8 камней кварца. Это неплохо. Это неплохо. Ну все, на кассе 184 камня кварца. Все остальное мы, в принципе, ему уже показывали.
Так, можем лампы переделать, да? Поставить лампы, чтобы они освещали. Они у нас в инвентаре бесцельно лежали. Думаю, потом есть смысл. Давайте вот эти вот пупочки раскопаем. Что у нас прячется в этом пупочке? Кварц. А, нужна как минимум серебряная лопата. Откуда у нас с вами серебряная лопата? Так, то нам нужно еще немножко рыбы поймать. Но тебе мы можем дать призрачное бревно. Вот бревно. И еще. Еще три, и не бревном больше. Где-то здесь есть бревна. Не меньше трех. Может, рядом. А может и нет. Ладно. Так, вон там какой-то пупочек. Давайте его раскопаем. Оп. Куча монет. Рыба. Нет. Ждем, ждем, ждем. Все, тянем, потянем, тянем, тянем. Оп. Тебя мы уже ловили. Это же мертвый панцирник. О, смотри. Ребятки тут что-то стоят. А что это вы тут стоите? Потому что здесь рыбы полно. Вот они сейчас здесь стоят. Давайте сейчас мы отсюда всю рыбу. Того. О, где? Это не рыба. О, да это же чертеж. Большой цветок в горошке. В горшке. Обычный камень. Давай-ка мы этот чертеж изучим. Выучить рецепт. Мы выучили новый чертеж. Большой цветок в горшке. Теперь мы в любой момент можем смастерить этот предмет. Выглядит неплохо. Естественный декор, украшение. Пригодится. О, тебя мы тоже не ловили. Это же луноглазка. Продолжаем наш улов. Давай, давай, давай. Спас сразу. А, мертвый панцирник. Это же желтощек. Давай, давай, давай. И еще одна луноглазка. И еще один черный кальрам. Раз мы тут ходим, давайте сразу на почтальону отдадим. А, нет, не найдем. Мы наушники его пока не нашли. А, пока не найдем. Так, чего тебе? Я, кстати, хочу почту проверить. Можно? О, два новых письма. Привет, скаут аут. Удивительно, что я до сих пор не получил от тебя вестей. С тобой все в порядке? Твой огненный проводник с тобой? Твои тетушки рассказали, что огонек в вашей семье со времен последней большой чистки. Не забывай подкидывать ему дров. И огонек поможет тебе отыскать все неупокоенные души этого острова. Скаутмастер Блейк. И он дает нам один журнальный столик. Обычный. И принадлежит привинченному домику. А! Я взяла на себя смелость заказать немного корма для юной смирной птицы. Шарлотта, три бублика.
Оп, три бублика у нас есть. Ну, это хорошо. Так, давайте. Этот пупочек раскопаем. О, картопля. О, а вот и ты. Кавка. Кавка – это очень особенное дерево. Раньше оно было не таким. Ствол повыше, ветви пораскидистее. Но изменения неизбежны. Кавка это хорошо знает, правда, дружище? О. Кавка у нас немного интроверт. В любом случае, здесь, в моем лесу, готовы к переменам. К примеру, если ты принесешь мне какой-нибудь предмет, я смогу изменить его для тебя. Я называю это переработкой. Перерождением во что-то новое и жизненно важное. Попробуй как-нибудь. Тихонько. Так, у нас рюкзак полон. Надо что-то, говорят, выбросить. О! А мы довольно большую область освещаем теперь. А что это у вас тут такие за пенечки с глазками? Так. Не, нам на лопату. Еще надо немножко костей сжечь. А хотя давайте сейчас и сожжем. Зато, наверное, ворона. Кушай. Молодец, ворона. Так. Нам что-то по почте придет. Вот бревно. Вкуснятина. Еще два. И не бревно больше. Где-то здесь есть бревна, не меньше двух. Может рядом, а может и нет. Ну, без проблем. А я хочу кое-что сжечь. И хочу сжечь тебя. И, наверное, мертвых панцирников тоже. Вот. Больше всего это сжечь, получится 4 обугленных рыбьи кости. Нам же сколько надо? Нам 2 надо. Знаешь, я хочу кое-что сжечь. А, давайте мы сожжем. Так, с одного желтощека 3 кости получается. С тебя 1, с тебя 3, с тебя 6. О. Во, можем сжечь директа. Получим 2 кости, которые нам и нужны. Я. Готовенько. Так, можем заодно, наверное, так, странно, что от светильника, а, ну от светильника он загорится, когда мы сейчас тебе поможем, да? Поводу лопаты, смотри, раз, два. О, похоже, тебе удалось достать все необходимое. Молодец. Так, посмотрим. Немного леснической изобретательности, щепотка призрачной рассеянности. И твоя лопата переходит в класс профессиональных инструментов. Теперь она сможет глубже копать и дольше не будет ломаться. Запомни, скаут, береги свои инструменты. У нас теперь есть стальная лопата. И мы снова осветили этот участок острова. Ну а остальное, нам для чего-то нужна была серебряная лопата. Кстати, что у нас там с местом?
Одно место есть, но надо что-то расставить уже. Поэтому давайте, может, что-нибудь вот сюда поставим. Какой-нибудь светильничек. Так, жуткий декор у нас есть. Уютный декор обычный и беспокойный декор. Ну, уж не знаю. Уютный. Помогает выращивать плоды на деревьях и кустах. Вон, как это было дерево, которое мы садили, да? Где там это дерево? Мы тут где-то садили дерево. Я точно помню, точно-точно. Где ты его посадил? Может, здесь? А может и нет. Нет, там точно было до леса. Тут мы уже его не садили. Ладно, давай тебя зажгем. Эй, Джереми Смурфель. Лови. Идеально. Сейчас мы все это смешаем. И теперь у тебя есть собственное мачете. Надеюсь, это не страшно, что оно такое острое и длиной в половину твоего роста. Или все-таки страшно? Ладно, что сделано, то сделано. Руби и наслаждайся. Я знаю, ты опытный скаут, но прошу, поаккуратнее с лезвием, хорошо? Не хватало еще одного призрака на моей совести. Так, а значит, какой-то призрак на твоей совести уже есть, да? Ой. Так, рюкзак полон, говорят, что-то надо выбросить. А, ну сейчас мы что-то поставим. Сейчас соберем немножко монеток. Давайте вот здесь вот что-нибудь поставим. Освещать. Не, давайте вот здесь что-нибудь поставим. Подожди, ну у нас что-то где-то было у нас ореховое дерево. Куда мы его ставили? Так. Я точно помню, что мы делали какой-то... А, вот. Вот у нас яблоня Pink Lady. Ей нравится лампа, деревенский декор и жуткий декор. Жуткий декор, значит, да? У нас наша яблоня любит немножко жутенького. Ладно, давайте что-нибудь жутенькое мы поставим. Так, уютный. Так, уютный декор. Во. Жуткий декор. Давай-ка сюда. А чё он так странно себя ведет? Ну-ка. Ага. Если мы сюда поставим, во, плюс свет. Хорошо. И яблони нравится. Ну, да, светильников тут надо много. Так, еще раз наш яблони, что надо? Деревенский декор, лампа и жуткий декор. Есть у нас что-нибудь еще? Какой-нибудь еще деревенский декор, да? Ну, в деревенском декоре. У нас тут куча журнальных столиков. Давайте его сюда переместим. Оп. Есть. Маленький столик будет у нас стоять здесь. И давайте вот здесь вот тоже поставим еще один маленький столик. Журнальный столик. Вот сюда. Оп. Во, наши яблони нравятся. Что у нас здесь еще есть? Уютный декор и лампа. Тебе же нравится уютный декор, да? О, замечательно. Давайте мы его немножко подвинем.
передвинуть так, чтобы он освещал больше площади. Ага. Но тогда он не дотягивается до тебя. Давайте мы передвинем. Куда-нибудь сюда, может быть? Но тогда он до сюда не дотягивается. То есть по-хорошему надо поставить чуть ближе сюда, да? Может сюда? Свет есть, но до нашей яблони не дотягивается. То есть по-хорошему она может... Вот сюда? Во! Вот сюда, на одну клеточку надо было подвинуть. Да, он меньше площади суммарно освещает, но ничего, мы тут все светильниками сейчас оставим. И что-нибудь еще такое уютное деревенское надо придумать, да? Что у нас есть? Беспокойный декор. Ну, мы сделаем сейчас какой-нибудь декор. Давайте пока еще какое-то дерево есть. Эта вещь для кого-то очень важна, но он, может быть, еще не готов ее принять. Подержите пока что у себя. Ну хорошо, давайте подержим. У нас ракушки мы вроде все показывали. Давайте продадим ракушки. Давайте убедимся, что мы точно все ракушки показали. Да? Тварик. Хочу кое-что добавить. О, смотри, у нас есть яблоко. Давайте мы только одно яблоко добавим. О, яблоко Pink Lady. Какая прелесть. Добавим в коллекцию. Да, звучит отлично. Оп, немножко кварца. Продолжаем добавлять в коллекцию. И в коллекцию мы добавим, наверное... Яйцо. Свежее протоплазматическое яйцо, которое этим утром снесла представительница одного вымирающего вида. Выполняйте коллекции, чтобы получить награду. Ну давайте добавим. Яйцо. Какая прелесть. Да. Давай. 2000 старых монет. Возможно, из этого яйца мог бы кто-нибудь вылупиться, но мы этого уже не узнаем. Так, давайте мы разделим и один железный слиток, добавим в коллекцию. Четыреста старых монет. Да, еще что-нибудь, вот. Давай даже две луноглазки. Три тысячи старых монет и камни кварца. Продолжаем добавлять в коллекции. Давайте, может, пончик мы разделим. И один пончик добавим в коллекцию. Бублик. Бублик. Конечно же. Чертеж грибного батона нашли. И чертеж кренделька. Ничего себе. И продолжаем добавлять. Так, разделить. Эссенция призрачной птицы. Ого, и мы получили чертеж эссенции. Ну-ка, давайте посмотрим, выучим рецепт кренделька. Можем в пекарне приготовить крендельки. Призрачные скауты обожают крендельки, а скауты-йоги от них в ужасе. Так. Давайте чертеж грибного батона. Можем в пекарне испечь грибной батон. Мы пока не знаем, где пекарня. Так, и эссенция счастливой птицы. Тоже можем в пекарне приготовить. Используется в приготовлении еды для призрачных животных. Окей.
И давайте, наверное, сейчас сходим и Крису и продадим часть вещей, которые у нас лежат, которые нам пока не нужны. Эй, мистер Лис. Мистер Лис, я здесь. Я хочу кое-что продать. Смотри, раз, два, три, четыре. Я думаю, пока вот эти вот четыре вещи я тебе продам. А, не, ну и ракушки, конечно. Все, будет у нас много свободного места. Так, сортировать. Что-нибудь еще хотим продать? Да, наверное, нет. Все. Продать все. Угу. Это все мне, а тебе старые монеты 940. Маловато, конечно, но ладно. Давай. У нас уже 20 тысяч старых монет. Мы богаты. Так, что это у нас здесь? Картошка. Так. Давайте мы сейчас одну картошку выбросим. И отойдем. Посмотрим, что будет происходить. Он вроде думает о картошке, да? Но вон у него перед ним картошка лежит. Будет он ее есть, нет? Да вряд ли, наверное. Ему, наверное, нужна какая-то призрачная картошка. А нам нужны наушники. Наушники у нас где? Рядом с термитником. Куча травы. Термитник. Давайте искать... термитник и кучу травы. Так, можем добыть камень. Оп. Новый значок, подлежащий камень. Кстати, картофель можем поджарить и продать лису. Так, ищем кучу травы, ищем термитник. Тут как-то пока нигде термитника не видно, да? Где у нас вообще был термитник? Термитник — это же такой большой-большой муравейник, правильно? Может, где-то здесь? Здесь, конечно, много штук с глазами есть. Но именно термитника я здесь не вижу. О, искатель инструментов. Рассеянные скауты используют этот предмет, чтобы найти потерянные инструменты. Так, океанская удочка у нас в рюкзаке. Стальная лопата у нас все в рюкзаке. Мы можем их выкидывать, видимо. Если нам понадобится, можно не обязаны все с собой таскать. Либо даже выкладывать где-нибудь в палатке. Или еще где. Так, вот у нас куча листьев. Но тут наушников нету. Здесь тоже наушников нет. Здесь термитника вроде нету. А где же у нас этот термитник? Может, ты термитник? Может, он и вполне может быть термитником? А кучу травы возле тебя я пока не вижу. О, дождик пошел. Так. Бумажный фонарик. Можем его перемещать. А, да. Давайте передвинем. Это, видимо, у нас выпал, когда нам его дарили. И установился. Больше света. Что мы про него знаем? Уютный тематическая лампа.
Уютно. Можем, по идее, поставить его еще ближе к этому дереву. Куда-нибудь вот сюда. Чтобы вот эту область заодно осветить. Давай так и сделаем. Так, ты подобрать. И что, я думаю, в скором времени мы тут все источниками света расставим. А пока колонну для светильника. Это беспокойный. Вот, бумажный фонарик поместить сюда. Так, не очень видно. Чё, как там дерево наше? Дерево? Ты как? Дерево. Дерево. Так. О, все, у него все три листика. Теперь давайте собирать урожай. Три яблока и древесина. Замечательно. Кстати, да, этот стол мы тоже можем забрать. Давайте подобрать. Он тут быть не должен, ему подарок дали. Но так у нас не было места, он тут упал на землю. Где-то верстак. Ты вот хвастался, что там на верстак нам предлагаешь. Мишка, Мишка. Смастерить что-нибудь. Что можем? Городское высокое растение в горшке. Можем, кстати, приготовить профессиональный скачущий камень. Давайте. Да, да. Есть. Готово. Так, что еще можем делать? У нас... этого не хватает. Зато можем сделать полудрагоценный камень, чтобы изготавливать особые предметы. У нас пока нет особых предметов. Поэтому, наверное, пока не надо. И это все тоже, наверное, пока не нужно. А вот профессиональный скачущий камень можем даже пробовать использовать. Так, мы все еще ищем большой термитник. Давайте возьмем в руку профессиональный скачущий камень. Да, нет, у нас больше профессионального камня. Ладно, давайте возьмем обычный камешек. Он перескочил. Видите? Он перескочил. Ладно. Это немножко мимо. Да ладно, еще раз мимо. Ладно, давайте встанем сюда. Оп. Мы нашли бандану. Давайте наденем. Уберем в шкаф пока. Бандана выглядит забавно. Но я не думал, что будет так сложно метать камушки в эти открытые ловушки. Ракушки. Видимо, да много-много-много камушков. Возможно, пока нам не надо получать профессиональные камни. Может, он его замует
бота далеко закинули. А для чего? Не ясно. Так. Давайте попробуем в тебя попасть. Вот так. Раз, два, три. Есть. Так, нам все еще нужно найти старый термитник. И где-то в листве у старого термитника у нас лежат наушники. А у нас камней нету больше. Ладно. Так, я хочу тебе помочь. Ну-ка, где у нас? Не берет он нашу картошку. Ветки, шампиньоны, это все, конечно, хорошо. Но где тут старый термитник и листва? Большое количество веток. О, нашли. Побежали это немножники. Ух ты. У тебя получилось. Я просто обожаю свои счастливые наушники. Чем еще заглушать крики из неоткрытых посылок? Верно? А? Понь. Больше призрачных деревьев, тюльпан в горшке. Бумажный фонарик. Здорово. И мы снова осветили этот участок острова. Мишка. Я могу тебе еще чем-нибудь помочь? Привет, передовик-почтовик. Хорошо-то, что ты здесь. Тебе не попадались бесы с пузырем над головой? О, да, были такие. Восхищаюсь твоей наблюдательностью. Это голодные бесы. Так они просят поесть. Но бесы очень разборчивы в еде. Они будут есть только то, что им хочется. Если угодишь им, они в благодарность дадут тебе что-нибудь полезное. И это вот к чему. Голодные бесы стащили у меня одно письмо. Я надеялся, ты поможешь мне его вернуть. Ну что, рассказать тебе, как накормить голодных бесов? Да, конечно. Голодные бесы всегда просят что-то конкретное. Что именно, видно в пузыре у них над головой. Не подходи близко к голодному бесу. Он испугается и убежит. Держи дистанцию, чтобы бес не волновался. Кинь бесу то, что он просит. Зажми предмет в руке и оттяни назад, чтобы прицелиться. А потом отпусти и бросай. Если предмет упадет рядом с бесом, тот его съест. Но если промахнешься, не беда. Подбери предмет и попробуй еще раз. Когда голодный бес поест, над ним от радости появится сердечко. Нажми на довольного беса, чтобы подойти, и он в благодарность что-нибудь тебе подарит. Приходи, когда заберешь мое письмо у голодного беса. О, окей. Так, картошка. Значит, ты. Письмо.
Держи, Мишка. Ух ты! Мое письмо нашлось. Спорим, тот голодный бес обрадовался еде. Он дал тебе что-нибудь взамен? Ну, типа, эссенции беса? О! Значит, они очень обрадовались. Раздали эссенции. Голодные бесы часто оставляют благодарность эссенцию. Она нужна, чтобы готовить еду и мастерить разные полезные вещи. Что ж, надеюсь, это тебе помогло. Поболтаем позже. Вы открыли воспоминания, которые наверняка оценят Шерстоспин. Окей. Хорошо, что мы открыли воспоминания. Ну давайте сейчас еще бесов покормим. Так. Тому бесу нужна вот такая картошка. Кстати, у нас почти закончилось место. У нас есть две лампы. Мы их куда-то сейчас поставим. Взять в руку. Эссенция беса? Она же была уже? Уж не, у нас есть эссенция радостного беса и просто эссенция беса. Слишком много всего, так. Надо теперь немножко избавиться от вещей. Давайте, может, где-нибудь лампу какую-нибудь поставим, например, здесь. У нас же есть какая-нибудь лампа. Так, поместить сюда. Во. Давайте передвинем немного. Можем поместить сюда. Но чтобы было лучше. Наверное, вот как-то вот так он будет освещать лучше. Больше области. Так. Отлично. И давайте где-нибудь еще что-нибудь поставим. Например, можно вот здесь что-нибудь поставить. Света нету. Мы должны крышу света ставить. Так, передвинуть. Но мы вполне можем поставить его куда-нибудь вот сюда, и тогда он будет освещать. Или наоборот, поставить его куда-нибудь сюда. Вот, совсем другое дело. Какой он красивый у нас. О, куча бесят. Здрасте. Ой, я вот что хочу сказать. Когда я был моложе, я любил бегать. Знаете ли вы, что вы можете бежать, удерживая клавишу Shift? Ну, это я знаю. Так, а что у тебя, говоришь, можно кое-что переработать? А как это проявляется? Ну, давай возьмем, допустим... Нет, столик жалко. Давай... Например, разделим. Скажу, что вот твердую древесину. А, можем переработать твердую древесину в мягкую древесину. Нет, спасибо. А можем и переработать столик. Вот две ветки. Нет, спасибо. Понятно. У нас немножко уменьшает вот нагреет ниже ресурсы. Понятно, что это за переработка. Я-то думал, что будет улучшать, совершенствовать все дела. А он делает наоборот. Так, нам надо тебе отдать бревно. Вот бревно. Ням-ням. Последнее бревнышко. И все. Вижу бревно у тебя в рюкзаке. Вот так это. Вот бревно. Чудесно. Мое пламя пылает. Откуда-то доносится запах. Это свежий хлеб? Ха! Перед его ароматом обычно невозможно устоять. Но не в этом случае. На этом острове осталось 12 заблудших душ.
И похоже, мы только что обнаружили еще одно. Огонь разгорелся ярче. Теперь мы скаут ранга 6. Так. Ты ж пес. Лови батат. Так, забота о бесах. Новичок. Эссенция счастливого беса у нас в кармашке. Кучу грибочков. И веточек. Ой, здрасте. Здрасте. Как дела? О, мы с деревьями решили, что ты нам нравишься, зверек. Есть тебе что-то древесное. Мой друг Киплинг нашел какой-то необычный лист у себя между страницами. Ой, то есть листьями. Когда я его увидела, сразу подумала, может, он пригодится тому скауту. Прошу, прими это в знак благодарности. О, тихонько. Мы получили еще одну страницу из книги скаута. И у нас их страниц уже целых 3. Эта вещь для кого-то очень важна. Но пока не знаем для кого, потому что он пока сам не знает об этом. Оп. Бататик пригодится. Накормим бесов. Что мы хотим? Капитан? Я хочу кое-что добавить в коллекцию. Смотрите. Эссенция беса. О, эссенция беса. Какая прелесть. Да. Оп, новый чертеж. Эссенция счастливого беса. Продолжаем. Хочу добавить эссенцию радостного беса. Оп, чертеж эссенции радостного беса у нас есть. Замечательно. А еще давай сделаем эссенцию счастливого беса. Отлично. Давайте выучим рецепты. Эссенция счастливого беса. 2 эссенции радостного беса. Зачем нам их 2? Ладно. Наверное, вторую-то учить не надо, мало, но... Выучили, выучили. Так, что можем еще? Можем переплавить руду. У нас есть малая железная руда. Немножко серебряной руды даже есть. Возможно, понадобится нам, чтобы сделать серебряную лопату. Так, а можем ли мы что-то еще в коллекцию сдать? Можем, у нас вот литарина есть грубая. Да 200 старых монет. А что еще можем добавить? О, батат. Давай. 10 камней кварца. Добавили много всего в коллекции. Так, что нам надо? Надо найти повара. Ну вот сюда куда-то не ходили. Какой-то прудик открылся. Так, подожди. Ой, извините, я вас напугал. Мистер Бес. О, смотри, стул какой-то. Что это у нас тут за стол? Древняя лампа. Реликвия забытой империи. Ее таинственный свет сдерживает природу и создает пространство для цивилизованного строительства. Эпическая штука. Но мы этим не можем пока активировать, потому что у нас тут нет света. Надо сюда как-то свет провести. Так, батат. Давай ты... А бататов-то у нас и нету. Ну ладно. Хнык. Ну. На.
наш остров становится больше. Давайте искать. Так, вроде у тебя что-то висело, да? Что нам тебя смастерить? Банки с пигментами нам нужны. А у нас их нету. Окей, ничего пока мастерить не будем. А где же у нас пекарня? Кто видел пекарню? Признавайтесь. О, вот же. Вот же новый дух. Ух ты! Мне говорили, что в городе новый малыш. Но я и не думала, что ты настолько следишь за модой. Этот наряд очень идет к твоим глазам. Я Элисон Фишер, местный пекарь, между прочим. Приятно познакомиться, глазастик. О, мне тоже очень приятно. Не каждый день встречаешь нового обитателя уютной рощи. Думаю, надо отметить это кексами «Красный бархат». Что скажешь? Ну, конечно. Я только за. Так, посмотрим. Где моя кулинарная книга? Черт. Опять потерялась. Я знаю, что ты думаешь. Давай, ты же пекарь, импровизируй. Красный бархат – непростое блюдо. Думаю, красный цвет дает свекла. А может, кетчуп? Точно, кетчуп. Его и добавим. Вот только я вчера потратила последнюю бутылку на вишневый пирог. Бутылку кетчупа на вишневый пирог. Ты манам даешь. Если найдешь в округе что-нибудь красное, дай знать. А я взамен испеку тебе вкусные кексики. Так, может на полке завалялось позади чего-то. Ищем где-то на полке позади чего-то. Так. Бататов у нас нету, да? Бататов у нас нету. Пока. Давайте поищем где-нибудь кетчупы. Товарищи бесы. Так, птичка, птичка, хочешь кушать? Кушать. Подобрать. Зачем нам тебя подбирать? Я тебя поглажу. О! Так, на полке. Полки у нас здесь. Вот. Есть. Рядом с вороньим гнездом. Вижу целые кучи песка. О, я теперь знаю, где воронье гнездо. Воронье гнездо у нас вот здесь. Не здесь. Было же здесь. А, ну вот, куча песка. Оп. Кетчуп. А что это я воронье гнездо-то не вижу? А, ладно. Где у нас еще кетчуп? Что-то рядом с засохшим деревом, над которым стоит гнездо. Под кучей опавших листьев. Так. Вот у нас. Вот здесь, значит, кетчуп, да? Ну, давай. Вот, конечно же. Все, кетчуп собрали. Пошли отнесем. Вот, пожалуйста. Ух ты, кетчуп. Так держать, глазастик. Я тут, пока ждала тебя, нашла свою книгу рецептов. Она лежала под стопкой детективных романов. Поверить не могу, сколько детективов я прочла за целый прошлый год, а? Ха. А зато теперь я знаю, как приготовить кексы «Красный бархат». Но есть и плохая новость. Судя по рецепту, нужны мука и сахар. И никакого кетчупа. Мне нужно выполнить особый заказ. Приходи чуть позже, и я испеку тебе что-нибудь вкусненькое, хорошо? Мы получаем перезрачное дерево, дерево розовой папайи. Типунька. И увеличиваем доступные нам
Остров. Вот бревно. Еще 7. И ни бревном больше. Сегодня я бревен больше не вижу. Приходи завтра. Ну что ж, похоже, на сегодня мы помогли всем призракам. Кормили многих бесов. Мы можем пробовать еще выловить немножко рыбок, например. Давайте возьмем в руки удочку и немножко половим. Так, луноглазка. Продолжаем рыбачить. О, да это же эссенция радостной птицы. Ничего себе. О, длиннорылая мольва. Давайте здесь еще немножко порыбачим. Ой-ой, кажется, слишком далеко. Давай тянем, оп. Еще один директ. Подбираем ракушечку. Истребиное крыло, сияющее. Так, вот здесь еще ракушка есть. Литарина гладкая. У нас, мне кажется, была. Ух, сколько здесь рыбы. Ну-ка, давайте ловить. А ну как, еще что-нибудь редкое поймаем. Тебя мы уже видели. Это очередной мертвый панцирник. Но наш рюкзак уже слишком полон. И панцирник туда не влезает. Я хочу кое-что добавить в коллекцию. Добавить можем пока только эссенцию радужной птицы. Из-за нее мы получаем рецепт эссенции радужной птицы. Давайте сразу и выучим. Окей. И давайте, наверное, сейчас. Да-да. Сходим и отнесем забор, столик. И дерево с папайями. И тюльпаны в горшке. Себе палатку. Чтобы не таскать их с собой постоянно. Так. Костер. Я хочу улучшить свою палатку. Так, за 10 тысяч дополнительных 16 мест хранения. Да, давай. Итак, давай улучшим твою палатку. Во. О, какая славная палатка. Мы улучшили палатку до 3 уровня. Мы с вами большие молодцы. Давайте посмотрим, что у нас есть. Так, призрачный скарб от кого-то усердно. У нас есть пунктуальность новичок. Истопник новичок, второй уровень костра. Истопник специалист. Интересные собеси, кстати, мы можем получить. И получаем это старые монеты, между прочим. Отличная работа! 100 старых монет. Но сейчас получим большое количество старых монет.
10 камней кварца, то что мы играем уже 2 дня. Пятьсот старых монет. За истопника-специалиста, за 5 уровень костра. Так, исполнитель-новичок. Мы выполнили 20 заданий уже. Десять сюжетных заданий. Так, второй уровень палатки. И у нас есть... Мы прошли водное обучение. Отлично. Но это еще не все. Предприимчивость. Мы собрали 10 тысяч монет. Есть. Мы нашли... Продали 25 предметов. О, мистер Лис. Мы продали даже 150 предметов. По большей части, конечно, был приготовленный картофель. И потратили 10 тысяч монет. Транжира. Новичок. Так. Теперь давайте посмотрим о заботе о животных. Что у нас есть? Мы добились максимального уровня счастья для одного животного. А еще... А, тут пока ничего. Ну ничего. Зато мы смастерили 5 предметов. А это еще не все. Мы покормили 3 бесов. Раскопали 15 опавших листьев. Нашли 10 раз что-то в грязи. Из грязи в князи. Новичок. Нашли что-то под камнями 5 раз. Подлежащий камень. Новичок. И даже попались в цель, скидая скачущие камни. Мы попали даже больше одного раза. Помимо этого, мы разместили одного животного. Любитель животных. Новичок. Разместили 5 украшений. Декоратор, новичок. Мы разместили 2 фруктовых деревья. Дерево. Садовник, новичок. И это еще не всем. Мы нашли 5 рыб. Ихтиолог, новичок. Наше звание. И нашли 15 ракушек. Конхиолог, новичок. И это тоже не все. Мы познакомились как минимум с 3 медведями. Трёх медведей, новичок. Но не, мы уже не новичок. Мы уже специалист, познакомились с 5 медведями. Мы собрали 5 уникальных рыб, как минимум. Рыболов-спортсмен, новичок. И собрали 5 уникальных материалов. Материалист, новичок. И собрали 5 уникальных ракушек. Ну, на этом, я думаю, можно на сегодня завершать. Было неплохо. Большое спасибо за просмотр, ну а мы увидимся.